Житель Когалыма Евгений Злобин отметил свой 80-й день рождения. С юбилеем ветераны Великой Отечественной войны поздравили глава города Николай Пальчиков, чиновники и общественники. Евгений Злобин родился в Ленинграде. Он мало что помнит о 40-х. До сих пор хранит письма отца. Правда, уже в ламинированном виде. Это единственное воспоминание героя войны. В 42-м году его семью эвакуировали. И только через 10 лет они вернулись в родной город. Там же Евгений Николаевич окончил университет, встретил свою любовь. Вместе они переехали в Когалым. Ветеран 41 год прожил в городе на Неве и почти столько же на севере. Вот посмотрите фотографии, да? Они всегда со мной. Отец, мама, единокровный брат, сестра, женушка. Ну, постоянно они со мной, значит, просыпаюсь. Член Советской академии наук, инженер-химик по профессии, спортсмен и оптимист по жизни, признался гостям, что чувствует себя хорошо и планирует прожить еще не один десяток лет. В молодости занимался баскетболом и сегодня руководит городским шахматным кружком. В Нефтеюганске активисты борются с сомнительными надписями на фасадах зданий. Зачастую это объявления о продаже наркотиков или предложения для подростков подзаработать на продажах. Добровольцы отмечают, что с каждым годом призывы становятся все откровеннее и появляются в самых людных местах – от администрации до кинотеатра. Так, благодаря активистам Центра молодежных инициатив, на месте опасных надписей появляются красочные граффити. Сначала уличные художники подбирают краски, потом в дело идет трафарет с эскизом, чтобы не просто закрасить текст, а добавить эстетики. К слову, нефтеюганцев просят сообщать о сомнительных объявлениях в управляющей компании, либо ЕДДС. Раньше, если это делалось, как-то вуалировали, если там какие-то соли, там еще что-то, там точки рисовали. Сейчас это делается все в открытую, пишется полностью название. Вот, и сайт через собаку. У полиции сейчас есть технологии, то есть они по системе своего контроля, они эти мессенджеры все просматривают, видео контролируют, и эти приложения легко, то есть сами сотрудники полиции, да, уже своими оперативными действиями, они заходят в эти группы и видят что-то как. То есть доказательная база у них очень хорошая. В Когалыме продолжается реконструкция фонтана на центральной площади. Объекта уже более 10 лет. За это время он пришел в негодность. Сейчас подрядчик демонтирует старую конструкцию. Теперь на ее месте появится современный сухой пешеходный фонтан длиной и шириной в 9 метров. Как раньше, присесть на него не получится. По проекту достопримечательность больше не будет похожа на чашу бассейна. Все инженерные коммуникации из нержавеющей стали спрячут под землей. Конструкцию выведут на один уровень с поверхностью. Специалисты планируют запустить обновленный фонтан уже в августе, как раз ко дню рождения Когалыма. Там у нас будет разработка грунта, подготовка основания, устройство монолитного технического помещения, резервуара и чаши фонтана. Ну и параллельно будут вестись монтажные работы оборудования, там, трубы, нержавейка, кабеля, прокладка, все это. Будет такой создаваться эффект бьющего фонтана из-под земли. В струи будут программироваться, да, они будут утром включаться и вечером в какое-то время выключаться. То есть, да, световое решение тоже будет программируемое.